Экстра балл знатоки, с вами Лики, и вы смотрите канал D5 и шоу «По факту». Бесспорно, «Что, где, когда» является одной из самых известных русских игр. Причем это одно из немногих наших ТВ-шоу, придуманных в России. Существует целая книга с наиболее интересными вопросами от телезрителей. Давайте проведем тест и посмотрим, насколько мы можем конкурировать с Друзьем, Бурдой и Козловым. Приступим, господа. Почему известный полководец Александр Македонский заставлял своих солдат брить бороды? Чтобы во время боя соперники не могли схватить их за бороды. Это действительно помогало войску. Почему коровы любят пастись на железнодорожных путях? Часто шпалы пропитываются гудроном, а он, в свою очередь, отгоняет москитов, которые доставляют дискомфорт коровам. Еще в прошлом веке шахтеры из Америки брали с собой в шахты канареек. Зачем? Птицы демонстрировали уровень вредных газов. Когда канарейки умирали, шахтеры поднимались, так как мог произойти взрыв. Почему цапля не сходит с места, когда клюет рыбу? В это время с цапли падает своеобразная перхоть, которая привлекает рыб и прочую еду. Разговор одного человека – монолог, двух – диалог. Как называется разговор шести человек? Он тоже будет называться диалогом, так как в переводе с греческого «диалог» означает «разговор, беседа». Что удалось спасти в большей степени благодаря медикам и католикам? Латинский язык. Почему зачастую дуэлянты держали левую руку в воздухе? Часто дуэли проходили в сумерках. Дуэлянты поднимали левую руку, в которой был фонарь. Какой предмет одежды открыли для себя римляне только лишь после завоевания северных народов? Штаны, ну или брюки, чтобы быть точнее. Какая технологическая новинка появилась в Лондоне в 1911 году? Эскалатор. Сначала лондонцы отнеслись к нему скептически, но после того, как инвалид с деревянным костылем доказал преимущество эскалатора, мнения людей изменились. Самопроизвольно закипает и без внешних причин охлаждается. Хорошо взаимодействует с металлами 11-й группы Менделеева. Помогает снять стресс и является эффективным чистящим и моющим средством. Что это? Женщина. Я буду рад, как Борис Бурда, который выиграл Супер Блиц, если ты поделишься этим видео и напишешь, сколько ты дал правильных ответов. А также предлагаю посмотреть топ-5 ТВ-передач, которые всех достали, часть 2, и как Юджин и случайные прохожие отвечают на нешкольные вопросы.